Действовать сегодня на нашем вебинаре дневном. Меня зовут Наталья Ступак, и я с удовольствием поделюсь с вами своей историей. Плохо слышно, так давайте пока не начинать, пока мы не настроим хорошо камеру. Всех вопросы готовьте по ходу нашей встречи, по ходу нашей беседы, уже под конец вебинара я обязательно отвечу. В процессе проведения вебинара сильно отвлекаться начать не буду, потому что боюсь сбиться и уйти в сторону от своей истории. Так, немножко как-то мне не нравится видеопоток камеры. Ну все, значит, да, начинаем. Еще раз всех приветствую, кто сегодня нашел время прийти и послушать мою историю. Меня зовут Наталья Ступак, я являюсь директором компании Oriflame, партнером проекта «Экспресс Карьера», и сегодня с вами поделюсь своей историей, как я пришла в проект, какие успехи и некоторые моменты, на которые очень важно обратить внимание для того, чтобы достигать в нашей работе хороших результатов. Анонс такой у меня, что от судьбы не уйдешь, и свое время, конечно же, мне также много раз предлагали участие, точнее, регистрацию в компании Oriflame. Был момент, когда я очень давно проходила регистрацию, потом благополучно терминировался мой номер, да, и после этого сколько раз мне поступали предложения, все равно я всегда отказывалась. У меня также, как и у многих людей, работали стереотипы, что Oriflame – это продажа по каталогам, что это чисто косметическая компания, что здесь кроме туши, ароматов, в принципе, как бы, да, и ничего другого нету. Также работал стереотип, что продавать надо, а я из тех людей, которые не любят продавать априори, поэтому тоже, как бы, был один из таких моментов. И постоянно те возражения, которые сейчас встречаются и в моей работе, в нашей работе, в свое время были такие же, вот и у меня отказы, что это не мое, я не люблю продавать, у меня нет времени, но тем не менее, по жизни я человек, открытый к новым возможностям, постоянно стремилась и в своей работе двигаться по карьерной лестнице своей трудовой деятельности. Ну и, конечно же, как любой здравомыслящий человек, конечно же, хотелось лучшей жизни, больших возможностей для себя, потом и для семьи, для дочери. И эти возможности ко мне пришли снова же в виде компании Oriflame, в виде нашего проекта «Экспресс-карьера», которые, конечно же, открывают очень хорошие перспективы для того, чтобы воплощать свои мечты и получать то, к чему мы стремимся. Сегодня план нашей встречи будет таким. Конечно же, я расскажу чуть подробнее о себе, мы познакомимся, о сути проекта, поговорим, откуда же деньги, почему именно с компанией Oriflame сотрудничает наш проект и почему именно я выбрала компанию Oriflame, какие действия необходимы для того, чтобы зарабатывать. Расскажу, что я получила уже от проекта, и хочу также коснуться вопроса и поговорить с вами о будущем. Каким оно может быть? Конечно же, оно может быть разным, и оно зависит именно от тех действий, которые человек предпринимает для того, чтобы получить именно то будущее, о котором он мечтает. Ну и у кого хватит терпения, кто с нами будет до самого окончания нашей встречи, получит бонус, о котором я вам потом расскажу. Еще хотела вначале спросить, есть ли у нас сегодня на нашей встрече кандидаты, то есть люди, которые еще не зарегистрировались, но думаю, сегодня пришли послушать, чтобы принять для себя решение. Поставьте, пожалуйста, в чате единички.
Или у нас сегодня вся аудитория, те, кто уже настроен на результативную работу. Да, вот есть, отлично. Спасибо за обратную связь. Отдельно хочется вас поприветствовать. И надеюсь, что сегодня, прослушав мою историю, вы примете для себя правильное и взвешенное решение. А есть у нас сегодня на нашей встрече новые партнеры, как мы любим называть их, новички, те, кто только прошел регистрацию в нашу компанию и наш проект, и также сегодня вот начинают свою как бы трудовую новую деятельность в нашем проекте. Поставьте пятерочки. Отлично, таких много, очень рада. Также хочу отдельно поприветствовать вас на сегодняшней встрече и, конечно же, поприветствовать вас в нашем проекте, потому что мы работаем, невзирая, кто с какой страны, кто из какой директорской команды, у нас объединяет наш проект «Эспресс-карьера». Поэтому поздравляю вас лично от себя с важным таким решением и также постараюсь сегодня быть максимально для вас полезна, для того, чтобы помочь вам активнее включиться в работу и получить ожидаемые результаты. Итак, будем начинать. Сразу хочу сказать о том, что мы в нашем проекте обязательно работаем и соблюдаем устав компании Oriflame. Очень важно соблюдать кодекс и честно работать без каких-либо переманиваний, без перерегистрации, потому что в нашей работе достаточно часто встречаются люди, которые уже зарегистрированы в компании Oriflame, и будь какие перерегистрации, они абсолютно запрещены уставом компании. Поэтому мы работаем честно, соблюдаем устав. Также необходимо знать, что регистрацию в компанию Oriflame могут проходить только те люди, у которых среди близких родственников нет уже консультантов компании Oriflame. Это касается именно близких родственников, родителей, муж, жена и сестра, братья. Также при нашей работе мы не допускаем никаких негативных отзывов о других компаниях, о других структурах, о методах работы, ну и, конечно же, о самой компании и о ее сотрудниках. Работаем этично и соблюдаем устав компании. Еще раз представлюсь, меня зовут Наталья Ступак, я являюсь директором компании Oriflame, проживаю на Украине, в городе Днепропетровске, и если у нас родина нашей компании Швеция, то Днепропетровск у нас родина нашего проекта «Эспресс-карьера». Наш основатель проекта проживает также в городе Днепропетровске на Украине, и тоже я очень этим горжусь, что так вот получилось и такое вот приятное совпадение. У меня семья небольшая, муж и дочери 17 лет, они меня поддерживают с первого дня. Это очень важно, что действительно есть поддержка дома и очень хорошо, да. Немного волнуюсь, надо успокоиться мне. После школы, после 8 лет, началась моя дорога в самостоятельную жизнь, с обучением в техникуме. Я окончила первое мое образование среднеспециальное, по профессии я бухгалтер-финансист, и обучалась в городе Чернигове, закончила Черниговский юридический техникум по специальности бухгалтер-финансист. 3 года обучения, после чего получила распределение в город Днепропетровск. И вот здесь вот вы видите здание, немножко его плохо видно, красное, да, это областное управление социальной защиты населения. Ну и
потом здесь же, когда образовался пенсионный фонд, также располагается областное управление пенсионного фонда. И вот 30 лет моей трудовой деятельности прошли в здании, прошли в этих двух государственных структурах на разных должностях, начиная от простого специалиста и заканчивая первым заместителем начальника одного из районных управлений города Днепропетровска. За плечами достаточно большой жизненный опыт, достаточно большой трудовой опыт, и есть чем сравнить сейчас нашу работу в проекте и в компании «Орифлейм». Когда уже, будучи на работе, заочно я также получила высшее экономическое образование, 5 лет обучалась в Днепропетровском аграрном университете на экономфаке. И, конечно же, видите, да, 8 лет своей жизни потрачено именно на обучение. Но приходит такой момент, когда ты понимаешь, что не всегда то время, которое потрачено на обучение, оно действительно дает в жизни достаточный фундамент для построения финансовой, прежде всего, стабильности. В пенсионном фонде областном я большей частью была, конечно, связана с начислением пенсий, то есть это постоянное общение с людьми, с такой вот достаточно... ну, не то, что сложной категории людей, как пенсионеры, но это уже люди в возрасте, то есть надо, конечно же, проявлять и выдержку, и пенсионное законодательство, это 22 закона у нас в Украине, которые регулируют пенсионное обеспечение, то есть постоянно надо было много времени уделять именно работе, и повышать постоянно свой профессионализм, да. Был период, как я уже сказала, и есть у меня стаж опыта на руководящей должности, то есть постоянно в процессе своей трудовой деятельности, конечно же, было желание развиваться, желание больше зарабатывать, и достигнув уже как бы достаточно высокой ступени своей отрасли, и будучи руководителем, да, первым заместителем одного из районных управлений, я наконец-то поняла, что все же никакая должность на государственной работе не дает желаемой финансовой стабильности, желаемой финансовой свободы, нагрузка большая, а зарплата гарантированно стабильно маленькая, потому что есть потолок в зарплате, и государство больше, чем предусмотрено по законодательству, конечно же, не платит. Есть оклад, есть надбавки, есть премии, и все. Этот потолок уже как бы, как бы ты хорошо ни работал, какой бы ты объем работы не выполнял, но тем не менее выше этого потолка как бы ты и не перепрыгнешь. Когда уже создала семью, появился ребенок, да, продолжала работать, выйдя из декрета, думаю, что многим знакомо вот этот бег по замкнутому кругу, когда надо все успевать и дома, надо успевать все и на работе. На работах по найму у нас всегда... четкий график работы, то есть это работа от звонка до звонка. И, конечно же, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что мой ребенок вырос без того достаточного внимания со стороны нас, как родителей, потому что мы в большинстве старались обеспечить финансовую как бы, стабильность в семье, работали, муж работал и на двух работах. И вот так вот вырос ребенок, выросла дочь в садике, всегда приводили первую, забирали последнюю. Дома, конечно же, тоже у нас у всех свои обязанности, и приходилось это совмещать. То есть ребенок рос так, да, пошли, погуляли, все самое необходимое, но вот именно достаточного внимания, конечно же, времени уделить было... не было. То светлое будущее, к которому мы стремились, работали, конечно же, ожидаемой финансовой стабильности как бы не принесло.
И уже с опытом работы, с опытом своим жизненным опытом, конечно же, я все дальше понимала и задумывалась, а что же впереди, какие перспективы. Дочь растет, необходимо дать ей достаточно хорошее обучение, помочь в жизни устроиться. Та зарплата, которая есть, конечно же, не обеспечивает этих возможностей, и поэтому... Я уже когда появился интернет, конечно же, начала искать дополнительные виды дохода. И когда мне предложили участие в проекте «Экспресс-карьера», это оказалась компания «Oriflame», то я согласилась сразу, потому что компанию я знала давно, и продукцией я пользовалась, но покупала компания «Oriflame» для себя через других консультантов, банально тушь и могла купить какой-то аромат. А о покупке каких-то средств личной гигиены почему-то вопрос как бы вообще никогда не стоял. И понимая, что впереди еще достаточно долгое время до пенсии, если я ничего не буду менять в своей жизни, то, конечно же, ничего и не поменяется. Поэтому я решила для себя попробовать себя в этой новой сфере деятельности и прошла регистрацию 25 февраля, в день рождения моей дочери так совпало, я прошла регистрацию в компанию Oriflame и в проект наш «Экспресс-карьера». Хочу еще сказать, почему долгое время, когда мне предлагали пройти регистрацию в компанию Oriflame, я долгое время отказывалась, и потому что не понимала, так немного волнуюсь, столько много хотелось вам сказать, и в итоге как-то уже сбилась, так сейчас я немножко успокоюсь. Приглашая в компанию Oriflame, никто никогда вообще как бы не заводил речи, какие возможности есть в компании Oriflame. Обычно приглашали, да, пройти регистрацию и пользоваться продукцией. И только придя в проект, я уже узнала о том, что есть бизнес-план компании Oriflame, о том, что есть возможности зарабатывать здесь хорошие деньги и без продаж. Как я уже говорила, одним из стереотипов моих это было то, что я не люблю продавать, и поэтому я очень долгое время от этого отказывалась. В нашу жизнь возможности приходят достаточно много и разными путями, и если бы я поинтересовалась хотя бы раз, да, что я получу от того, что я зарегистрируюсь в компанию, то, конечно же, возможно, я бы еще раньше узнала об этих возможностях и на сегодняшний день могла иметь совсем другой результат. Поэтому очень важно для всех, кто приходит в компанию, дать время и разобраться, а что же здесь мы предлагаем, что каждый из нас получит, сотрудничая с компанией, и какие возможности, какие перспективы есть в нашем проекте и в нашей компании. Вот очень люблю вот эту картинку, потому что она действительно очень так подтверждает ярко, что большинство людей просто не понимают, что предлагает компания и откуда здесь деньги. Здесь вот на слайде вы также видите лестницу плана успеха компании. Видно, что есть возможность с уровня директора зарабатывать не только хороший доход, но и получать хорошие премии, поднимаясь по лестнице успеха. Компания Oriflame предлагает неограниченные возможности абсолютно для каждого по получению дохода. И самое главное, проявить свою настойчивость, проявить трудоспособность, целеустремленность для того, чтобы научиться с нами зарабатывать. На сегодняшний день я являюсь интернет-предпринимателем, открыт уровень директора, и за активность, за результаты в работе компания гарантированно по плану маркетинга выплатила мне премию $1000 на счет, открытый в банке. Это еще раз подтверждение того, что компания Oriflame выполняет гарантированно все свои обязательства, те, которые прописаны в уставе компании.
И здесь вот первые мои достижения, первые выплаты, которые были перечислены на счет компании, это 13 056 гривен. Здесь частично была перечислена объемная скидка и доход за каталог, в котором, за предыдущий каталог. Также вот здесь скрин из банковской выписки о перечислении премии $1000 на счет. То есть снова же компания все гарантированно выплачивает за нашу работу. Хочу познакомить вас с моей командой, и здесь вот вы видите лидерский состав моей команды, потому что любые результаты на любой работе, конечно же, они достигаются только командой. Очень большую благодарность выражаю каждому своему партнеру. Вы видите, что у нас достаточно много ключевых партнеров, и с такой командой уже можно горы свернуть. У нас также подрастает новые звездочки нашей команды, активные партнеры, которые присоединяются, которые смогли разобраться в сути проекта, увидеть для себя возможности и перспективы, и уже тоже открывают новые свои звания, результаты, и мы вместе идем к намеченным планам и целям. Что же необходимо делать для того, чтобы компания выплачивала деньги, и за что именно компания платит деньги? В нашем проекте суть проекта, что-то я сбилась, вот не, все пошло не так, как планировалось, и уже я немножко расстроилась. Многие люди привыкли компанию Oriflame видеть именно такой, да, то есть ассоциация с продажами, с раздачей листовок, промостойки, избегающие друзья, но в нашем проекте суть работы основана именно на личном потреблении, и ни один метод из тех традиционных методов, которые применяют консультанты, работая офлайн, мы не применяем. Хочу пару слов сказать о нашем проекте и о основателе проекта Анна Черна, золотой исполнительный директор компании, наш вышестоящий лидер. Так, можно я сделаю перерывчик? Сейчас, подождите, я немножко успокоюсь, потому что все. Раз провожу для своей команды планерки, вебинары, но почему-то сегодня как-то так все не сложилось. Прошу меня извинить, сейчас я настроюсь, все будет хорошо. Итак, проект «Экспресс-карьера», основатель проекта Анна Черна. На сегодняшний день Анечка находится в звании золотого исполнительного директора компании, входит в топ-15 мира, и я очень благодарна судьбе за то, что я попала именно в ее команду и под ее руководство. Ценности Ани совпадают с ценностями компании и с моими внутренними ценностями, поэтому очень важно знать и чувствовать, да, всегда поддержку и обучаться у такого успешного топ-лидера всем методам и способам работы. Анечка предложила одна из самых первых, во-первых, идею построения товарооборота, основанного не на продажах, а на личном потреблении. Также одной из первых именно рассмотрела возможности создания дохода и создания товарооборота, сотрудничая с компанией Oriflame и используя интернет-ресурсы, которые дают на сегодняшний день отличные возможности для получения хорошего дохода, работая не просто в компании Oriflame, а работая через интернет дома в свободное время и по свободному графику. Очень многие люди вообще априори не любят продавать, но мы все с вами стопроцентно являемся потребителями различных услуг, различных товаров, и пользуясь продукцией компании для личного потребления, мы организовываем товарооборот, за который компания платит соответствующий процент и в перспективе платит очень хорошие деньги и хорошие,
хорошие премии. Ассортимент компании представлен очень широкий, более 1500 наименований, и всю эту продукцию мы раньше покупали в обычных магазинах, переплачивая торговые наценки, торговые накрутки. Здесь же, покупая в компании с постоянной скидкой 20%, мы создаем товарооборот, формируем прибыль компании, и компания щедро делится с нами этой прибылью. Здесь вот я хочу вам дальше показать план маркетинг еще раз, да, в виде лестницы успеха, для того, чтобы каждый увидел, какие возможности получения дохода предоставляет компания. Когда мы предлагаем людям именно прийти в компанию Oriflame, прежде всего, что необходимо сделать, это именно помочь увидеть возможности и перспективы, которые дает компания. Самая основная и главная возможность, это же, конечно, возможность зарабатывать деньги. В компании Oriflame очень много денег, и компания щедро ими делится и дает возможность зарабатывать абсолютно каждому человеку, независимо от его образования, независимо от статуса, независимо от того, какими способностями обладает человек. На своем вот опыте, да, немножко сумбурно получилось в начале, но, честное слово, как-то так расстроилась, так готовилась, но не смогла, да, так донести, как хотелось, и поэтому немножко сбилась. Но я вам хочу сказать, смотрите, 30 лет стажа у меня за плечами. Работая 30 лет от звонка до звонка, постоянно зависишь от руководства, от начальства, банально зависишь от настроения руководителей. И какой бы ты объем работы не выполнял, как я уже сказала, на любой наемной работе, особенно на государственной службе, всегда есть потолок, ограничивающий твой доход. И вот на протяжении 30 лет, как бы я хорошо ни трудилась, оставалась после работы, работа, требующая именно такого вот внимания в плане пенсии, приходилось очень часто работать и до 8 часов, и до 9 часов, потому что мы всегда должны обеспечить вовремя перечисление пенсии на счета пенсионеров. И за переработки, за дополнительную нагрузку абсолютно никакого дополнительного вознаграждения, потому что это наша работа, ненормированный рабочий день. Здесь же компания Oriflame одна из немногих компаний, которая благодаря такому вот справедливому, очень хорошему, доступному маркетинг-плану дает возможность зарабатывать столько, сколько вы хотите зарабатывать. Возможность неограниченного дохода, возможность получения премию $1000 до $1 000 000, и за все время работы компании беспрецедентная выплата $1 000 000 премии была проведена Тамиле Полежаевой, это лидер компании, которая проживала в Российской Федерации, сейчас ее нету с нами, но весь бизнес унаследовали ее семья, муж и дети, и на сегодняшний день они долларовые миллионеры в компании Oriflame. Поэтому абсолютно каждый человек может воспользоваться возможностями, которые есть в компании, и самое главное, разобраться, что деньги есть и за что компания их платит. Дальше вот в виде, в табличном виде уже хотелось бы показать, какие на первых же уже этапах работы и сотрудничества с компанией есть возможность зарабатывать какие деньги. На уровне, на первых уровнях, да, вот компания от созданного товарооборота выплачивает от 3 до 22, это по России и другим странам, и от 6 до 24 по Украине процентов от созданного товарооборота. Конечно же, на начальном этапе доходы небольшие, 3-6%, да, но по росту товарооборота, с ростом уровня процентного, конечно же, идет и увеличение дохода, и уже с уровня директора это премии от $1000 и больше. По России есть еще дополнительная программа, где можно по менеджерской программе получать дополнительно еще дополнительные премии. Самое важное, это то, что деньги в компании есть, компания их гарантированно платит, и сейчас, учитывая возможности интернета, учитывая то, что
интернет очень стремительно развивается, и компания полностью заточена под работу в интернет, можно зарабатывать именно дома, размещая рекламу и предоставляя информацию о возможностях и перспективах самой компании. Если банально мы пользуемся зубной пастой, шампунем, кремом, ароматом, то каждый может зарабатывать в компании Oriflame, покупая для себя продукцию для личного потребления. Современный Oriflame предлагает зарабатывать деньги, именно организовывая групповой товарооборот, приглашая людей пользоваться продукцией компании, покупая ее со скидкой, мы организовываем товарооборот, и компания платит уже соответствующий процент. Вот так вот схематически это выглядит, да, мы делимся рекламой в интернете, приглашаем людей покупать для себя продукцию, пользоваться продукцией, и от созданного товарооборота получаем уже соответствующий процент. Создавая товарооборот, мы, приглашая людей, по такой простой схеме можно очень быстро выйти на хороший доход. Важно в каталог пригласить 5 активных именно партнеров, помочь им разобраться в плане маркетинга, помочь им увидеть те перспективы и возможности, которые дает компания, и помочь пройти обучение и научить приглашать кого из них в свою команду, каждый каталог по 5 таких же активных партнеров. Таким образом, группа ваша персональная будет очень стремительно расти, будет расти групповой товарооборот, и уже всего лишь при наличии 50 ключевых партнеров в вашей команде групповой товарооборот 7500 бонус-баллов, и это уже уровень дохода от 300-500 долларов плюс 1000 долларов на счет премии от компании. Здесь вот по табличке также вы сможете увидеть, на каком соответствующем уровне какие доходы ждут каждого из нас. И снова же, да, этот групповой товарооборот, важно то, что мы создаем не самостоятельно, а этот групповой товарооборот создается именно командой. Поэтому, приглашая свою команду людей, помогая им обучиться, пройти обучение, растет ваша группа, ваш товарооборот, и, соответственно, растут, конечно же, доходы. Мы предлагаем, приглашая в проект и в компанию Oriflame, людям сменить свою обычную привычку покупать средства личной гигиены уже не традиционно в магазинах и торговых сетях, а именно через интернет-компанию Oriflame. После регистрации в компании Oriflame каждый из нас получает личный сайт, личный кабинет на сайте компании, и он уже по сути является нашим интернет-магазином. В этом интернет-магазине у каждого из нас постоянная скидка 20%, которая со временем по росту дохода, по росту группового товарооборота растет. И, конечно же, выгодно покупать уже продукцию не в чужом магазине, а покупать в своем интернет-магазине, потому что наши расходы, они уже направлены на создание прибыли в нашем интернет-магазине и, конечно же, на получение, соответственно, дохода. Поэтому на сегодняшний день хочу еще тоже сказать, что интернет-индустрия, интернет-продажи очень стремительно развиваются, и все больше и больше людей доверяют покупкам через интернет, и, конечно же, в будущем это направление очень является перспективным. Поэтому мы с вами в нужное время, в нужном месте, и развивая этот бизнес, конечно же, будем зарабатывать
зарабатывает все больше и больше, приглашая и людей, и организовывая товарооборот. Для того, чтобы зарабатывать в нашем проекте, в нашей компании, необходимо всего лишь поменять привычку покупать обычные средства личной гигиены на покупки через интернет. Это удобно, это экономия времени, это экономия денег и очень большой и широкий ассортимент и выбор продукции от нашей компании. Современный Oriflame предлагает создать бизнес с нуля. Также в нашем проекте мы обучаем, как можно зарабатывать, работая только в интернете, в удобное для вас время, не отрываясь от семьи и домашних дел. Учитывая то, что мы работаем командой, конечно же, это очень быстрые результаты. Мы предоставляем совершенно бесплатное онлайн-обучение. И, как я уже говорила, здесь неважно, какое у кого образование, и зарабатывать можно научиться любой человек, который имеет желание и который открыт к новым возможностям. Я в свое время, как вам уже говорила, начинала также участие в своем проекте, совмещая еще с основной работой, приходила после работы, все делала домашние дела, и уже потом в свободное время 2-3 часа начинала с того, что проходила обучение, приглашала людей в свою команду, помогала им обучаться, и уже когда на уровне 18% я понимала, что здесь для меня больше перспектив, что я хочу дальше свой год связать только с компанией Oriflame, то, конечно же, я для себя приняла решение, уволилась с работы по найму, и уже более, как бы, да, плотно стала работать в проекте, и очень быстро в течение 11 каталогов открыла, точнее, звание директора. Поэтому, если кто-то из присутствующих еще работает на работе по найму, обучается, то я хочу сказать, что вполне реально работать, создавать свой доход в нашем проекте, совмещая с любой деятельностью. И я хочу еще коснуться чуть подробнее информации о нашей компании, потому что из своего опыта уверена в том, что очень важно понимать и знать, с какой компанией мы сотрудничаем. И чем больше информации каждый из нас будет знать о компании, то тем быстрее будут нарабатываться результаты, потому что когда ты понимаешь, какая надежная, прибыльная компания стоит за твоими плечами, какой у тебя надежный и стабильный партнер, то, конечно же, еще больше уверенности, еще больше желания работать и нарабатывать результаты. Буквально несколько слов о том, что родина нашей компании – это Швеция. И тоже очень важно понимать, что страна Швеция – это европейская страна. И ее именно вот подходы к ведению бизнеса, к само отношение вообще, да, по жизни тоже очень ценны и созвучны с ценностями компании Oriflame. Швеция – это страна, одна из самых уровень жизни людей, который один из самых высоких. В свое время, когда-то на одном из мероприятий, я услышала, я пока вам буду листать слайды, вы сможете ознакомиться, а я вам как бы чуть-чуть по ходу расскажу вот такую тоже информацию. На одном из мероприятий тоже вот услышала такую информацию, что в свое время страна Швеция, несмотря на то, что это небольшая страна, да, была очень бедная, это еще 30-е годы, но тем не менее на сегодняшний день уровень жизни населения в этой стране самый высокий. Процесс, потому что именно шведы, они смогли найти ту золотую середину, которая позволила вывести страну именно процветающие, экономически процветающие. Правительство самой страны и правительство тех компаний, самых крупных, которые есть в Швеции, они долгое время думали о том, как же повысить
повысить уровень жизни населения и поднять экономику. И в процессе определенном, да, как бы всех этих поисков путей было принято решение, что необходимо делать продукцию очень высокого качества, но по доступной цене. И здесь вот тоже одни из самых известных компаний Швеции, которых мы тоже все знаем, это Electrolux, это Volvo, Ericsson, Tetra Pak, и компания Oriflame является также одним из самых больших производителей в этой стране. Так вот, и компания наша, основываясь на том, что производит очень высококачественную продукцию, которая доступна по цене, конечно же, имеет такой колоссальный успех и уже 50 лет развивается успешно на мировом рынке. Наша продукция для кого-то бывает, да, вот слышим в нашей работе, что очень дорогая. Кто-то говорит, да, вот Oriflame, я пользуюсь другой продукцией, для кого-то это дешевая продукция. Но именно компания Oriflame предоставляет возможность покупать качественную, высококачественную продукцию, но по доступной цене, потому что гибкая ценовая политика, которую ведет компания Oriflame, она позволяет абсолютно любому человеку выбрать продукцию на любой вкус и на любой кошелек. Что касается самой компании, тоже хочу сказать, что компания успешна на мировом рынке 50 лет. Это достаточно такой большой период и подтверждает, что компания финансово стабильная и компания пережила уже не один кризис, но тем не менее осталась именно одним из самых больших игроков на мировом рынке среди таких же компаний. Для нас очень важно, чтобы наш работодатель как раз вот был таким надежным, стабильным. Также хочется сказать, что компания Oriflame имеет свои 6 собственных фабрик. Это собственные производственные линии, где производится наша продукция. Каждый продукт, который выпускается в компании, разрабатывается как минимум от 3 лет и больше. Крема, которые выпускает компания, которые воздействуют именно на кожу, особенно есть новые разработки на генном уровне, на клеточном уровне. Разработка таких кремов происходит от 8 лет и больше. Поэтому компания Oriflame это не просто скляночки, баночки, это действительно высококачественная продукция, которую разрабатывают научные сотрудники, потому что кроме собственных 6 фабрик, компания имеет также научно-исследовательский институт, где работает свыше 150 научных сотрудников, и имеет собственный институт исследования кожи. То есть мы понимаем, что иметь такие производственные мощности, это очень огромные деньги для содержания фабрик и наемных работников, которые работают, для содержания и оплаты работы тех же 150 научных сотрудников, потому что это европейская страна и, конечно же, соответствующий уровень дохода самих сотрудников. Но учитывая, что компания Oriflame действительно прибыльная компания, имеет возможность оплачивать достойно работу и, конечно же, производить такую продукцию. Очень важно это понимать, потому что действительно это гарантия стабильности, гарантия прибыльности и гарантия надежности самой компании. Покупая продукцию компании Oriflame, мы застрахованы полностью от подделок, от каких-либо фальсификаций, потому что продукция компании идет напрямую с завода к нам как покупателям. Нету торговых наценок, торговых накруток, которыми обрастают продукты, продаваемые через розничную сеть. Вся продукция компании сертифицирована. Одним из таких вот самых сертификатов, которые вызывают гордость, это наличие сертификата GMP, который гарантирует и подтверждает соответствие всем нормам мировых стандартов выпускаемой и производимой продукции. Поэтому
продукция, которую предлагает нам компания, конечно же, очень высокого качества и по доступной цене. По плану маркетинга компания, кроме того, что выплачивает доход, выплачивает премии, также предоставляет возможность и выплачивает бонусы с уровня золотого директора и выше. То есть это уже тот пассивный доход от созданных директорских групп, которые также выплачиваются дополнительно к доходу. 4% по Украине и 5% Россия и другие страны выплачивается за каждую директорскую веточку, выращенную вами в процессе вашей работы. Если в каждой из веток есть уже во второй линии директорские группы, то компания также за ваш вложенный труд, за создание товарооборота, за то, что вы людей пригласили, обучили, помогли им стать зарабатывающими партнерами, выплачивает также еще 2% от каждой директорской веточки. И так вот глубину до 6-го поколения. Выйдя на пассивный доход, вы сможете передать свой наработанный бизнес своим близким родственникам по наследству. Это родители, муж, жена и дети. Одним из основных таких вот моих тоже в свое время преимуществ, это было именно также то, что есть возможность выхода на пассивный доход и передача этого пассивного дохода по наследству. Из всех существующих компаний сетевых, как компания Oriflame, предложить именно передачу пассивного дохода по наследству вам смогут только единицы и в том числе компания Oriflame. Поэтому, учитывая преимущества, которые есть в компании, конечно же, мы для сотрудничества в нашем проекте выбрали именно компанию Oriflame. 50 лет на мировом рынке, очень широкий ассортимент продукции, бизнес, который передается по наследству, по плану маркетинга возможность неограниченного дохода, грамотный маркетинг-план и нет рисков по сравнению с традиционным бизнесом. Также компания Oriflame работает исключительно в правовом поле, все выплаты производятся на счет в банке, поэтому здесь абсолютно нету никаких виртуальных кошельков, и с момента уже выплаты дохода на счет в банке идет зачисление страхового стажа, все гарантированы социальные выплаты, и учитывая это, конечно же, это в будущем и гарантированы те же пенсионные выплаты. Хотя компания Oriflame дает возможность хорошо зарабатывать, и я думаю, что к выходу нашему на пенсию у нас уже будут очень хорошие доходы в компании Oriflame. Также очень таким хорошим преимуществом дает компания Oriflame есть то, что компания предоставляет возможность путешествовать по миру с уровня золотого директора, посещая конференции и мероприятия, которые есть в компании. Если подытожить возможности, которые дает компания Oriflame, то для того, чтобы зарабатывать в нашей компании, в нашем проекте, необходимо всего лишь выполнять три простых действия. Это пользоваться продукцией, приглашать других людей пользоваться продукцией и получать заработанные гарантированно деньги. С нами или без нас, в любом случае, каждый пользуется средствами личной гигиены, банально начиная от мыла, шампуня, зубной пасты. И в любом случае, деньги на покупку этих товаров вы потратите в обычном магазине. Покупая продукцию через интернет-компанию Oriflame, можно свои расходы направить на формирование своей прибыли. Здесь хочу поделиться отзывами из текущего каталога своими любимыми продуктами, показать, что я также активно пользуюсь продукцией компании. Здесь вы видите, что нету абсолютно никакого складирования, нету гор закупки продукции для того, чтобы зарабатывать. Все, что необходимо для личного пользования, для семьи. И также у меня есть коллеги, родственники, друзья, которые с удовольствием с моей помощью покупают нашу высококачественную продукцию.
кроме того, что мы пользуемся продукцией, приглашаем других людей. Где мы приглашаем людей? Интернет дает возможность... Девочки, сегодня все против меня, понимаете, с самого утра. Я извиняюсь, это соседи что-то здесь делают, ремонт. Просто, я не знаю, расстроена до глубины души. Так, ну мы продолжаем все равно. Приглашаем людей через интернет. Приглашаем также свой теплый круг знакомых, друзей, коллег. Работаем на сайтах по трудоустройству, на форумах, на досках бесплатных объявлений. Абсолютно везде в интернете, где есть люди, да, мы с вами можем рассказывать о наших возможностях и приглашать людей в компанию «Орифлейм». По каждому из методов и способов работы у нас в нашем проекте есть обучение. Есть обучение, и необходимо выбрать для себя удобный и комфортный метод. Ну, я же говорю, сегодня все против меня, и просто я расстроена до слез. Заработанные деньги компания, как я уже говорила, выплачивает на счет банки. Для этого будет необходимо открыть предпринимательство, заключить договор с компанией, и перечисленные деньги и заработанные деньги компания перечисляет на счет в банке, все официально. Никаких виртуальных кошельков, все в правовом поле. Что изменилось в моей жизни? До проекта это трудовая деятельность, жизнь от понедельника до пятницы, работа от звонка до не скачу, так сказать, потому что, как я уже говорила, это и до 10 вечера мы могли оставаться на работе, и выходной день, если есть необходимость, то, конечно же, приходилось выходить. Не считаться, что есть семья, что есть какое-то личное время. Любая погода, ты в любом случае бредешь на работу, да. И на погодные условия такие, что выходить на улицу не хочется, но если ты работаешь, если ты работник по найму, то в любом случае ты обязан добраться до своего рабочего места, как бы там ни было тяжело. На работах по найму снова же, да, такая нагрузка, объем, отношения тех же руководителей, не всегда бывают коллективы, где комфортно работать. Все это усталость, раздражительность, она, конечно же, переносилась на отношения в семье, и ничем хорошим это, конечно же, не оборачивалось. То есть были какие-то определенные моменты тоже жизненные, и те же скандалы, и те же какие-то упреки. Как я вам уже говорила, к сожалению, дочь выросла незаметно. Детский сад всегда самая первая в садике, самую последнюю забираем. Школа начальная, также ребенок самостоятельно приходил домой, учила уроки, разогревала себе еду. И когда уже 12-13 лет, да, я стала замечать, что ребенок уже не нуждается настолько в том внимании родителей, которое вообще как бы должно быть. И здесь тоже одним из таких переломных моментов именно для меня было то, что посвящая нашу жизнь работе, стараясь зарабатывать больше, снова же для блага семьи, оказывается, не всегда это во благо оборачивается. И это тоже было таким одним из звоночков для того, чтобы, что необходимо что-то в жизни менять, необходимо пересматривать, как дальше быть, и все чаще приходилось задумываться тем, что, а что же будет впереди. Впереди я понимала, что скоро пенсия, да, и если я еще 20 лет буду работать на работе по найму, то, конечно же, ничего не поменяю, и придется потом выживать на эту пенсию. Работая на государственной службе, очень многие люди привязываются именно к тому, что есть возможность
Есть возможность получать пенсию государственного служащего. Она, конечно, значительно выше, значительно больше. Но, как показала жизнь и показала практика, что не всегда эта стабильность, она гарантирована и от того же государства. Ну, понимаете? Я извиняюсь, но от меня это, конечно же, это не зависит. Просто вот так совпало, да, сегодня. Не мой день, но ничего, я все-таки настроена, я вам свою историю расскажу до конца. И вот, как я уже сказала, да, все чаще стала задумываться, а что же впереди, и надо искать выход. И вот таким одним из возможностей и выходов, конечно же, я нашла возможности нашего проекта и компании Oriflame. Что я имею на сегодняшний день? Уволившись с работы, прежде всего, я рада, что я всегда могу быть рядом с семьей, с дочерью, и при этом с доходом, который превышает уже 3 раза мою заработную плату при 30-летнем стаже работы на госслужбе. Учитывая, что план маркетинга компании дает гарантию постоянного роста, это, конечно же, перспектива и роста моего дохода. Как я уже говорила, возможность передачи бизнеса по наследству греет меня больше всего, потому что я уверена в завтрашнем дне, и я знаю, что созданный мною доход, созданный мною бизнес компании Oriflame я могу всегда передать дочери. И на сегодняшний день, по сути, можно сказать, что дочь 17 лет имеет тоже свой бизнес, потому что в любой момент я могу оформить договор с компанией и передать этот доход уже своей дочери. Мое утро всегда доброе, потому что оно начинается без будильников, без начальников. При трудовом стаже 30 лет вы понимаете, да, что приходилось сталкиваться с разными руководителями. Конечно же, большинство их было очень хорошие люди, но и были руководители, когда ты зависел от их настроения, и, конечно же, это очень напрягало в работе, потому что ты мог сделать хорошо работу, но лишиться и надбавки, лишиться премии только из-за того, что где-то когда-то попал под горячую руку. В нашем проекте особенно важно то, что идет постоянно личностное развитие. Я стала больше уверенности в себе, но, как видите, да, еще не полностью избавилась от своих тараканов, поэтому реабилитируюсь в ближайшее время. Но, тем не менее, постоянное развитие в проекте – это избавление от совдеповских стереотипов, от сомнений, от тараканов, от комплексов. Мне 48 лет, и, конечно же, я еще застала то время, когда вот именно эти стереотипы, зависимость от чужого мнения, они были настолько велики, что в процессе работы, в процессе вообще как бы жизни, от общества, от того же окружения, наработалось столько комплексов, от которых теперь приходится избавляться. Но, тем не менее, прогресс есть, и я научилась любить себя, я научилась баловать себя, потому что в большинстве, и это характерно для многих, особенно для мам, когда появляются дети, мы всегда живем как жертвоприношение, да, всегда ради семьи, ради детей, все лучшее им, а себе уже как придется. Благодаря нашему проекту, благодаря тому пониманию, как можно жить, да, и как нужно жить, конечно же, происходят такие вот положительные изменения. Благодаря нашей продукции, особенно продукции Wellness, конечно же, возможность хорошо выглядеть и при этом еще и хорошо зарабатывать. Ну и одним из таких вот для меня важных моментов является то, что есть возможность приносить людям пользу, приносить пользу своим коллегам, другим людям, делиться с ними возможностями компании Oriflame и помогать им также изменить свою жизнь и воплощать свои мечты в реальность. За первый квартал, точнее за второй квартал этого года компания перечислила мне с учетом премии $1000 больше 48 тысяч гривен. И вот я разделила эту общую сумму на средний доход, который я получала на своей работе по найму. И получилось, что за эти деньги мне надо было бы ходить 14 месяцев на свою бывшую работу. Здесь эти деньги я заработала буквально за 1,5 месяца
за 3 месяца, за квартал, да, за 3 месяца заработала в компании Oriflame. Из заработанных денег возможность оплатить обучение дочери. Она закончила в этом году 11 классов и поступила в университет на контрактной основе. Работая на своей работе по найму, конечно же, это была бы большая проблема, потому что обучение стоит 15 тысяч гривен в год при зарплате средней 3-3,5 тысячи гривен, при том, что это расходы на продукты, на одежду, на коммунальные услуги, конечно же, это было бы гораздо сложнее. Здесь, благодаря доходам, которые я зарабатываю в компании, конечно же, я беспроблемно сняла деньги со счета и оплатила половину стоимости заказа по первое полугодие, и, конечно, уже лежит нужная сумма для оплаты обучения за второе полугодие. В этом году я побывала на банкете директоров в Украине. В 2015 году мне посчастливилось быть на банкете директоров как гостя, но уже в 2016 году я на банкете директоров была как директор и получила чек от компании на премию $1000. Банкет проходил в июне месяце, и уже в июле месяце компания мне перечислила деньги на расчетный счет. Посещая банкет директоров и все мероприятия от компании, конечно же, это очень большой заряд эмоций, заряд такой вот общения с нашими коллегами. Здесь вот вы видите, да, Анечка Черна, здесь вот тоже наши топовые лидеры из нашего проекта. Очень было приятно всех встретить, со всеми познакомиться. И то, что характерно для нашего проекта, то, что очень значимо тоже, это то, что в нашем проекте абсолютно нету никаких границ по странам, абсолютно нету границ между командами, между структурами. Все очень доброжелательные, всегда подскажут, кому бы ни обратился, в чатах работая, да, на протяжении года. И вот посещая банкет, когда ты встречаешься с этими всеми людьми, все такие доброжелательные, радостные, то, конечно же, это очень море впечатлений и такие незабываемые эмоции. Благодаря тому, что я стала зарабатывающим партнером компании и проекта, посещая банкет директоров, конечно же, была возможность поселиться в одном из самых дорогих отелей в городе Киеве, это столица нашей Украины. Также оплатить, да, номер в этой гостинице и прикоснуться к той нашей большой команде экспресс-карьеры, ко всем директорам, которые также были на банкете директоров. Хочу также сказать, что мероприятия, которые проводит компания, это всегда очень яркие такие праздники, запоминающиеся. Компания всегда нас поддерживает не только в ведении бизнеса, и это мы чувствуем постоянно, потому что разные акции, разные программы, которые компания всегда проводит для того, чтобы поддержать нас как бизнес-партнеров в построении нашего бизнеса. Также компания всегда очень тонко нам показывает свое отношение, свое уважение, проводя вот такие разные мероприятия. Банкет директоров был проведен на таком очень высоком уровне, и что было очень приятно, то, что в этот день, когда проходил банкет, так случилось, что водные условия были не очень такими, как бы, приятными. Начался, с началом банкета начался сильный дождь, сильная гроза, но, тем не менее, компания это все продумала, и было приятно видеть эту заботу. Каждый посетитель банкета получил зонтик для того, чтобы добраться до самого места проведения банкета. И вот здесь, видите, мы с Еленой Фликевчук сидим, укутавшись в такие теплые пледы, которые компания подготовила и укутала такими пледами абсолютно каждого участника банкета. А на банкете было более 1000 человек. Поэтому снова же, да, убеждаясь в том, что как важно находиться и понимать, какой у тебя работодатель, что это заботливый партнер и финансово стабильный
стабильный и прибыльный, и не только, да, вот как бы ведет по жизни и по бизнесу, но и даже вот в таких вот мелочах, проводя мероприятия, организовывая, тоже как бы заботится и проявляет внимание. Наша команда в Днепропетровске, и в том числе с моей персональной группы, мы растем, у нас становится все больше, стараемся посещать все мероприятия, которые проводит компания, встречаемся, вот здесь вы видите, это партнеры с нашего проекта, и Анечка Черна тут с нами, ну и мы своей командой практикуем встречаться офлайн, для того, чтобы еще больше перезнакомиться, для того, чтобы обсудить какие-то рабочие моменты, и, конечно же, это очень сплачивает и повышает нашу эффективность в работе, поэтому тоже вам рекомендую, если у вас есть партнеры, проживающие с вами в одном городе, либо проживающие в близлежащих городах, то также практикуйте собираться командой и встречаться и налаживать не только партнерские отношения в бизнесе, но и также отношения между собой. И что касается будущего, смотрите, хочется, чтобы мы с вами сегодня вместе все заглянули и задумались, каким же может быть будущее для каждого из нас, потому что та система государственная, система общества, окружение, по которому мы живем, она навязывает совсем другой образ и другое мышление и восприятие жизни. Работая от звонка до звонка, работая на любой работе по найму, нельзя стать богатым человеком, потому что, снова же, да, на любой работе по найму существует ограничивающий потолок доходов. Поэтому что вы выбираете сегодня? Оставаться на том же уровне жизни, с теми возможностями, которые есть и которые вас не привели к желаемым результатам и к желаемому доходу и уровню жизни, или же присмотреться к нашему проекту, к возможностям компании и зарабатывать деньги и возможность покупать потом уже, да, и жилье. У нас проект, партнеры нашего проекта уже, которые уровень золотого, сапфирового, бриллиантового директора, конечно же, покупают и недвижимость свою, и это совсем другой уровень уже жизни, потому что совершенно другие доходы. Оставаться на работе по найму до пенсии, терпеть, снова же, да, отношения руководства, выполнять все возрастающие объемы, а наша жизнь сегодня показывает то, что идут постоянные реорганизации, оптимизации во всех структурах, идут сокращения, объемы, нагрузка увеличивается, но зарплата и доходы остаются те же. И доработав до пенсии, многие люди остаются как у разбитого корыта, потому что дальше приходится выживать на эту нищенскую мизерную пенсию, и многие вынуждены работать и работать достаточно долго. И сегодня, когда ты видишь тех же поликлиниках, когда есть пенсионеры, работающие до сих пор, и видно, что им уже 70 лет, да, а человек вынужден работать не от хорошей жизни, а от того, что необходимо выживать. Мы же в нашем проекте помогаем создать бизнес с нуля. У нас более 600 человек, зарабатывающих директоров разных уровней, с разных стран. Мы знаем, как делать этот бизнес. У нас отлаженная, четкая система обучения, работы. И наша цель – помочь абсолютно любому человеку, который присоединяется в проект и в нашей команде, научиться зарабатывать деньги в интернете. Ну и тоже вот буквально готовясь к вебинару, к презентации, случайно в интернете вычитала тоже такую новость, которая не очень порадует, особенно нас, кто проживает на Украине, потому что наше правительство снова заговорило о том, что, возможно, будет поднят потолок пенсионного возраста. Если на сегодняшний день это 60 лет для мужчин и для женщин, да, то в перспективе это может быть и 65.
65 и 70 лет, и пока кому-то из молодых на пенсию, то это может быть уже и все 80 лет. Снова же, выйдя на пенсию, люди не живут, а выживают, потому что ее размер не позволяет абсолютно ничего. К тому моменту вы свою пенсию в проекте и в компании Claim можете заработать уже буквально за год-два и обеспечить себе возможность путешествовать, возможность отдыхать и возможность помогать своим родным и близким. Задумайтесь о том, как прошел ваш год жизни этот, прошлый, что изменилось, насколько изменилось ваше финансовое положение, насколько та работа, которая у вас есть, позволила, да, улучшить благосостояние своей семьи. И задумайтесь о том, что если те действия, которые вы совершали ранее, которые вы совершаете, будут продолжаться дальше, без изменений вы ничего не будете менять, то что изменится, да, через год, через два или через пять лет. В нашем же проекте снова, да, в компании Oriflame за короткое время при активном желании обучаться, при активной работе вы можете выйти на очень хорошие и стабильные доходы. Поэтому сделайте для себя выбор, примите для себя решение. Возможно, у кого-то на сегодняшний день достаточно хороший уровень заработной платы на работе по найму, и не только актуально стоит вопрос получения дополнительного дохода. Значит, вы можете задуматься о том, о чем вы можете помочь своим родителям, что вы сможете дать в будущем своим детям, насколько стабильна и гарантирована ваша работа и ваш доход на сегодня. Потому что на любой работе абсолютно, какое бы положение вы ни занимали, сколько бы вы ни зарабатывали, нету гарантии того, что вас могут не уволить, да, может какое-то прийти время и сокращение, и так далее, и так далее. С Oriflame, с проектом «Экспресс карьера» ваше будущее будет обязательно беззаботным, безоблачным, с хорошим доходом, который имеет тенденцию постоянного роста, с возможностью отдыхать и жить именно так, как вы мечтаете. Наши советы для тех, кто начинает работать, для тех, кто идет на пути к своему результату. Игнорируйте тех, кто говорит, что у вас не получится. Общайтесь только с позитивными людьми. Не спорьте и не конфликтуйте в социальных сетях. Повышайте веру в себя. У каждого человека есть... существует несколько видов энергии, и вот одна из них — это вера в себя. И по анализам специалистов как раз эта энергия, это вера в себя у большинства людей на очень низком уровне, поэтому ее всегда необходимо над ней работать, повышать и только увеличивать. Поставьте себе цели и обязательно идите к намеченным целям. Побольше спрашивайте у своих спонсоров, у своих коллег, задавайте вопросы, обучайтесь. Не бойтесь ничего нового, потому что нету ничего невозможного абсолютно в этой жизни. И хотелось бы, чтобы вы в процессе работы, в процессе обучения понимали, да, что обязательно вы получите тот результат, которого вы хотите, и важно понимать, что он не может быть быстрым и не может быть таким вот мгновенным. Даже вот на примере созревания малинки, да, этот процесс можно вообще как бы перенести на любое вообще, на созревание то ли это любого продукта, даже на формирование любого процесса, того же создания фильма, к примеру, да, есть определенные процессы. То есть зарождается идея или зарождается вот та же после отцветения пупырышка этой малинки, и вот сколько стадий много проходит ягода для того, чтобы мы получили ее уже вкусную, сладкую, да, яркую такую, получили от нее удовольствие. Точно так же в нашей работе. Мы начинаем банально с самой идеи сначала, попробовать как минимум, узнав возможности и перспективы, которые предлагает компания и проект. И в процессе обучения
мы уже становимся профессионалами, нарабатываем опыт, нарабатываем навыки и, конечно же, достигаем сначала уровня директора, это уже зарабатывающего партнера, да, и дальше двигаемся и строим свои доходы и свой бизнес. Также хочу сказать, что если есть понимание, если есть желание, зачем вам здесь работать, то, конечно же, у вас будет всегда очень много возможностей сделать этот бизнес и получить результат. Потому что желание – это тысячи возможностей, а нежелание – это тысячи причин. И если у вас есть мечта, то, как говорят, вы прорастете даже сквозь асфальт, и здесь вот наглядно вы можете увидеть, что действительно это реально. Нет ничего невозможного, на невозможное требуется всего лишь больше времени. Поэтому кто мешает нам, да, кто мешает нам воплощать в реальность наши мечты, наши цели, все возможно абсолютно для каждого человека. Главное проявить настойчивость, не сдаваться, разобраться, зачем здесь стоит работать, найти обязательно ответ именно на этот вопрос. Зачем? Если вы будете знать, будете четко понимать, то, конечно же, вы найдете способы, причины, время для того, чтобы здесь получить результаты. Ну и чем не мечта попасть на юбилейный круиз 2017 года, 50-летие компании. Компания уже в этом году начала очень такую активную подготовку к празднованию своего юбилея. Это предложение и круизы для золотых и выше директоров, это предложение таких менеджерских разных конференций уже с уровня даже новичка. Любой человек, который зарегистрируется еще в 14-м каталоге, еще даже сегодня есть время, да, пройти регистрацию, выполнить условия и получить возможность квалифицироваться на бесплатную поездку в Болгарию. Все включено от компании Oriflame, отдых, который она предлагает. Ну и, конечно, долгожданный бонус для тех, кто проявил настойчивость и с нами до конца был, да, то, что каждому партнеру в нашем проекте предоставляется совершенно бесплатно вот такой информационно-рекрутинговый сайт, где есть информация о проекте, о работе, о методах, о достижениях и о наших результатах. Обращайтесь к своим спонсорам, к своим вышестоящим лидерам и спросите, как вы можете его получить. Также есть вот еще один сайт для самых активных, для ключевых партнеров, который также помогает предоставлять информацию, приглашая людей в наш бизнес. И очень яркий, функциональный и очень работающий. То есть люди, которые посещают этот сайт, 99% люди оставляют заявку для участия в нашем проекте. Зарабатывающие партнеры нашего проекта, нас очень много, команда растет, экспресс-карьера – самый масштабный интернет-проект на просторах интернета. Становитесь успешным зарабатывающим партнером нашей команды, и еще раз, если у вас есть какие-то сомнения, какие-то страхи, посмотрите на нас, да, посмотрите на свою команду, посмотрите на зарабатывающих партнеров, на эти фотографии с банкетов, на этих счастливых людей с чеками от $1000 и больше, и поймите, не могут столько много людей заниматься какой-то ерундой в интернете, да, рассказывать, что есть возможность зарабатывать, или обманывать и завлекать сюда кого-то, абы только для своей личной выгоды. Абсолютно нет. Не может столько много людей быть обманщиками и лохотронщиками, да. Нашей компании 50 лет, и лохотроны столько не живут. Нашему проекту 5 лет. Мы самый успешный интернет-проект. У нас самые успешные топовые лидеры нашего проекта во главе с Аней Черной, которые абсолютно бесплатно предоставляют возможность научиться зарабатывать в интернете.
ваши мечты – это ваш выбор, и если мечты вас вызывают, то только ваше решение принять или отклонить. Да? Принять сегодня решение и активно включиться в работу в нашем проекте и в интернете, или же еще находиться в раздумьях, а может быть это кидалово. Поэтому я желаю, чтобы ваши мечты осуществлялись. Не позволяйте им оставаться только мечтами. Ну и, конечно же, хочу извиниться, что немного вначале я распереживалась, и, конечно же, все пошло не так, как я хотела. Наверное, я перетрудилась, подготавливаясь, поэтому обещаю вам в следующий раз подготовиться лучше и провести это на более таком эмоциональном уровне. Спасибо вам большое. Если